Давайте распространим это видео. Почему они убрали все секундомеры со светофоров? Меня не устраивает лично. Как удобно было ездить, видишь, знаешь, сколько секунд осталось для окончания там красного или зеленого сигнала светофора. Сейчас же, блядь, стоишь и ждешь, вот, я не знаю, секунды показывали, сколько можно ставить на светофоре. Там можно было заглянуть, я не знаю, в телефон, прочитать смс. Сейчас же нету этих секундомеров. Куда они убрали их? Зачем они их убрали? Какую цель они преследуют? Мне вообще непонятно. Мне стало дискомфортно ездить. Это как вот всю жизнь, я не знаю, там кушал мясо, и тебе в один день говорят, нахуй, нет, ты не будешь есть мясо, ты теперь будешь вегетарианцем. Ну как так, блядь, так не должно же быть. Вы что, ребят, эти секундомеры покупались на наши деньги. И с какой стати вы взяли без нашего спроса, их все убрали? Теперь у нас участились ДТП на дорогах, потому что люди привыкли к секундомерам, и они теперь не видят, сколько осталось времени до окончания сигнала светофора. И вот стараются проехать там на желтый, и получается ДТП. Поэтому давайте распространим все это видео и будем требовать вернуть все эти секундомеры. Мне написали уже комментарии, что в Костанае их тоже убрали. Видать, по всему Казахстану их убрали. Почему? Я не могу понять. Почему?